Здравствуйте, дорогие наши слушатели Живого Радио, зрители Живого ТВ. В эфире программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актриса театра «Шалом» Юлия Лобанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, когда вы впервые задумались о том, чтобы стать актрисой? Как это ни странно звучит, в 5 лет. В 5 лет я родителям заявила, что я буду актрисой. Они посмеялись и отдали меня в музыкальную школу. После чего я там отбарабанила 12 лет. Не закончила 2 классов последних, но подумала, что хватит. Ушла из школы, поступила в театральный колледж, и все началось. А после театрального колледжа, соответственно, уже был театральный вуз? Ну, у нас театральный колледж был уже на уровне государственного института, поэтому я его, в принципе, должна была закончить, получить гособразование. Но так получилось, что после 2 курсов мне пришлось с ними расстаться, поступить еще раз в ГИТИС, только уже на факультет музыкального театра. У нас был экспериментальный курс мюзикла. Руководителем был Игорь Владимирович Франц, замечательный мастер. Вот он, к сожалению, недавно скончался, и нам его сейчас очень не хватает. Вот, и в 97-м году я закончила ГИТИС, уже закончила до конца. Получила красный диплом, положила его на полочку, и все. Вот. А родители не считали, что все-таки эта профессия несерьезная, не пытались как-то отговорить? Нет, родителям надо отдать должное. Они всегда прислушивались в первую очередь к моим желаниям и не старались что-то навязывать. Ну, вот, может, единственное, что они навязали, это музыкальную школу, но она мне до сих пор помогает. То есть я, естественно, напрямую не связана с музыкой, и, наверное, слава богу, потому что для этого все-таки нужны другие мозги. А музыка мне помогает. Вот, например, сейчас мы выпускаем спектакль детский, у нас 15 декабря в Шаломе премьера, и я там являюсь музыкальным руководителем проекта. Поэтому музыка мне помогает до сих пор, и она мне очень помогла, кстати, в ГИТИСе, когда мы занимались вокалом. Мой педагог, она была в молодости пианисткой. Я была скрипачкой, поэтому мы общались на своем языке. Нам было гораздо проще объясняться, чем ей объясняться с другими студентами, которые музыкальной грамотой и музыкальным языком не обладали. Поэтому музыка, она всегда со мной, так или иначе, рядышком идет где-то. То есть вы играете на скрипке? Я играю на скрипке, естественно, фортепиано, немножечко на гитаре и флейте. А какой все-таки любимый инструмент? Театр. Я, ну, вот я говорю, что музыкантам нужно родиться. Это особый склад ума, характера. То же самое, кстати, относится и к актерским профессиям. Я имею в виду актеры, режиссеры. Поэтому я не музыкант. И мне ближе сцена, когда я общаюсь посредством языка со зрителем, а не посредством каких-то музыкальных инструментов. Это не мое. И поэтому я совершенно нормально к этому отнеслась, когда меня выгнали из школы за плохое поведение. Но им казалось, что у меня юношеский максимализм, а я просто протестовала против вещей, которые мне неинтересны и непонятны, и я никогда их не приму. То есть, да, естественно, есть дети, которые талдычат музыкальную грамоту по 3-4, по 8 часов в день, из них что-то получается, но не факт, что из них получатся солисты. Да, они будут хорошими музыкантами, но, видимо, мне этого было мало. Я понимала, что сидеть в оркестре – это не мое. И поэтому уже в школе у нас было очень много театральных постановок, балетных постановок. Уже в школе меня больше тянуло каким-то лицедеическим процессом, нежели чем к игранию на 4 струнах. Ну, несмотря на то, что общаться как бы больше хочется со зрителем языком, все равно получается общаться музыкальным языком, так как занято все равно в основном в мюзиклах. Ну, мюзикл — это не опера и не оперетта, там не поют постоянно, да и музыкальные номеры в мюзикле, как утверждают американские создатели, они у нас являются как прародителями. Они утверждают, что музыкальные номеры в мюзикле — это как следующая ступень после драматического диалога. То есть, когда уже не хватает слов, ты начинаешь петь.
И, соответственно, номер никогда не бывает вставным в мюзикле. Ну, бывают редкие исключения, которые, в свою очередь, подтверждают правила. Но все-таки номер — это продолжение действия, это то, что выходит... Когда у нас переполняют эмоции, мы начинаем кричать. Вот то же самое номер в мюзикле. Это следующая ступень эмоций, которую уже словами не скажешь. Поэтому надо петь, или надо танцевать, или надо взбираться и ходить по потолку. В общем, надо делать что-то такое, что уже будет выше по эмоции. И, соответственно, я не думаю, что мюзикльные номера, музыкальные песни — это все-таки вокал. Я думаю, что это такое синтетическое действие, где и драматизм, и вокал, и танец, и переживание, все-все-все. А вы помните свой первый выход на сцену? Да, очень хорошо помню. Это был детский сад. Я думаю, что это даже не 5 лет, а помоложе. Ну, самых первых, конечно, я не помню, а у нас была какая-то елка, я читала очередное стихотворение, длинное, такая серьезная, мне потом аплодировали, но я это делала одна, без группы участников, и это, может быть, это еще и врезалось в память, потому что периодически просматриваешь фотографии, и, видимо, что-то голова выдает, то, что уже было, и к этому возвращаешься. Но такие сознательные выступления, естественно, начались уже в школе. Детский сад — это все-таки такое еще... Все такое странное. А после окончания вуза вы же не сразу пришли в проект «Метро». Было еще 2 театра. Да, значит, судьба злодейка. После окончания ГИТИСа, как уже второго, весь мой курс пошел в театр Царицына. Ну, я упрямая по жизни, поэтому я не могла сделать, как все. А помимо этого, я еще очень хорошо знала худрука театра. И он был моим педагогом в первом ГИТИСе. Поэтому я туда не пошла. Не потому, что он хороший или плохой, а просто потому, что мне не захотелось. И я стала мыкаться, везде показывалась, даже пыталась поступить второй раз в «Щуку», первый раз провалилась на конкурсе. И пришла в Московский театр комедии. Проработала там 3 месяца, даже поучаствовала в одной премьере, стояла в театре сатиры, в кулисах пела за главную героиню. Но потом я поняла, что мне, кроме кулисного пенья, больше ничего в этом театре не светит, и я с легким сердцем его покинула. Мне в спину посылались проклятия, но я подумала, что они без меня легко обойдутся. Тем более, что этот театр на то время не представлял каких-то творческих интересов и планов на будущее. Поэтому что сидеть на мертвом месте, когда можно делать где-то что-то другое. И вот я опять начала где-то крутиться, что-то такое делать, искать. У меня все время, параллельно все время шла микрофонная работа. У меня очень много было озвучки, были спектакли, радиоспектакли на Радио России, были аудиокниги. То есть работы было очень много микрофонной. Поэтому, может быть, это меня еще и немножечко притормаживало, что я так не кидалась в огонь. И вот я годик после института посидела, и в 98-м году я все-таки... А, нет, в 98-м году мне позвонили и сказали: «Юля, срочно, срочно приходи в Царицыно, вот тебе все расскажут». Я пришла в Царицыно, и мне говорят: «Вот так и так, у нас через 3 дня премьера, у нас нет актрисы. Вот надо ввестись, прям... Ты как?» Я говорю: «Ну, все, там слов нет практически. Ну, ничего, ролюшка такая простая. Я беру пьеску, смотрю, значит, это... Мальчик-негр». Меня уже это повергло в шок. Думаю, ну ладно, помочь-то надо. Ну, мальчик-негр, ну, окей. Действительно, слов немного, там буквально фраз 10 на протяжении всего спектакля, но ужас заключался в том, что мой персонаж находится все время на сцене. И все время он как-то контактирует с главной героиней, маленькой девочкой, и все время к нему кто-то обращается, что-то такое происходит, и периодически он эти 10 фраз говорит. Но вот это вот что-то, происходящее на сцене за 3 дня, это был шок. И когда я, ну, вроде все уже ввелась, наступила дата премьеры моей, спектакль отменили за неимением публики.
Ну, там такое бывает. По крайней мере, бывало, сейчас не знаю. Вот, потом на следующий спектакль я уже ввелась, но поскольку этот спектакль играли крайне редко, то там по всей сцене были развешаны тексты, чтобы народу было проще играть в спектакль. Поэтому все ходили, подглядывали. Ну, как-то... И вот так я осталась, и там проработала сезон. И в конце сезона у нас одна из главных, из ведущих актрис стала что-то такое все время напевать себе. И в какой-то момент она ко мне подошла и говорит: Юль, слушай, будь добра, выучи со мной одну песенку. Она мне поставила песенку, я начала с ней учить, и мне очень понравилась музыка. И я говорю: Эля, а что это такое? А вот это крайне закрытая информация. В Москве набирается мюзикл. Поляки будут ставить. Я говорю: слушай, а что ж ты раньше не сказала? Мы бы всем курсом пошли. Ну, видимо, у нее были какие-то свои интересы на это. Это личное дело каждого. Может, сглазить боялась. Ну, мало ли. Ну, скорее всего. Да. И она говорит, что вот там буквально через дней 5 последний показ. Мы туда приперлись, не готовые совершенно, естественно, все с голубыми глазами. И так получилось, что в этот день пришло где-то порядка 3000 человек. Я была там 1010-е, 1015-е, что-то такое. И началось тур за туром, тур за туром. И все происходило как-то так случайно. То есть я не прикладывала к этому никакого усилия. Я просто пела, просто хулиганила, что-то делала такое, что... Видимо, я тогда ни на одном из туров не задумывалась, а вот меня возьмут, не возьмут. Нет, я просто делала свою работу и ни о чем не думала. Когда уже наступил один из последних туров, нас собралось... Тут ажиотаж. Нет, ажиотаж, естественно, присутствует. Ну, такое количество народу. Но тут же нашлось куча знакомых, с которыми все время общались, и поэтому все туры проходили так... А, что, спеть? А, ну, давайте спою. Да-да-да. Ну, так вот, о чем я? Слушай, а как вот у тебя? То есть все проходило через какое-то бла-бла с людьми, которых не видели 1000 лет. И вот последний тур, 120 человек на сцене, и на меня режиссер указал: давай, пой. Я спела, и он мне показал на дверь. И я уже, расстроившись, повернулась к двери, и вдруг композитор мне: не-не-не, постой. Ну-ка, давай вот спой нам вот так, так и так. Я спела, и у них с режиссером небольшая стычка произошла, и, в принципе, меня оставил в проекте композитор. И все, и вот так и пошло. И потом, уже будучи в метро, Тоша Макарский стал меня все время мне задавать какие-то странные вопросы. Юля, а вот какая у тебя любимая пьеса? Ну, Шекспир, Ромео и Джульетта. О, прекрасно, Ромео и Джульетта. Ушел. 2 недели не подходит. Потом снова: слушай, ну вот Шекспир, отлично, Ромео и Джульетта, такой сюжет, да. А вот как ты смотришь на такой же сюжет, только не у Шекспира? Я говорю: прекрасно, смотрю, отлично, все замечательно. Ну ладно, опять ушел. Снова приходит: слушай, вот тут такое дело, понимаешь, а как ты относишься к евреям? Я говорю: ну как, ну в принципе нормально, я в Гнесинке училась, там таких, как мы, много. Ну ладно. И потом говорит: слушай, вот ты знаешь, есть такой еврейский театр «Шалом», и у них будут ставить мюзикл, ну, очень похожий на «Ромео и Джульетту». Нет, я тебе, конечно, не уговариваю ничего, все в порядке, но если тебе это немножечко интересно... А тебе немножечко интересно? Я говорю: ну давай, уже заинтриговал, уже 1.5 месяца ходишь. Ладно, ну пойдем вот покажемся художественному руководителю. То есть он там уже был давно, и он планировался на главную роль. Правда, потом ушел, потому что у него начались другие проекты, он просто не успевал. Там уже Норд-Ост начался, а потом уже и Нотр-Дам пошел. И вот он меня привел, мы с Левенбуком так вот сели, друг на друга смотрим, и понимаем, что я далеко не еврейской внешности, да и он не может понять, что со мной делать. Ну, как-то друг на друга посмотрели. Ну, он человек авантюрный, поэтому говорит: ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Дал мне ноты. Я это буквально через 3 дня выучила. Вернее, я выучила это тут же в метро, но надо было немножечко так освоиться. Приехали, я ему спела, ему все понравилось, закрутилось, завертелось, и все. И
А в ноябре 2000 года мы сыграли премьеру. И вначале я была приглашенной. Ой, смешной контракт был первый. Приглашенная звезда мюзикла метро Юли Лобановой и театр Шалом. По-моему, в театре Шалом до сих пор висит фотография, написанная мюзикл метро. Ну, может быть, я уже там так давно, что я не помню. И как-то вначале я была приглашенная, а потом пошло-поехало, и меня уговорили, я стала штатной актрисой, я вот сейчас стала музыкальным руководителем проекта и преподаю вокал там же. И думаю, что у меня на этот театр очень большие планы, поскольку очень хочется какой-то и свой проект воплотить, и я думаю, что он будет не вокальный. То есть, скорее всего, это будет не вокальный, и даже без вокальных номеров. Ну, то есть я в первую очередь актриса, и хочется как-то по профессии все-таки работать. Хотя вокальными делами я занимаюсь очень много до сих пор. Это и театр, это и озвучка, это много-много чего, что так или иначе связано с моим дипломным обзыванием актрисы мюзикла. А как работала Журбинем? Хорошо. Он очень профессиональный человек, и он, как любой композитор, хороший. А он очень хороший композитор. Он умеет... Я сказала, что он очень хороший мелодист. Да, прекрасный. Ну, его песни — это хиты, и их знают все. И он умеет сказать 2-3 слова, и я понимаю, что он хотел сказать в этом музыкальном номере. Но помимо Журбина, у нас в театре работает замечательный аранжировщик Саша Петров, который, я думаю, что он сделал революцию в музыке Журбина, потому что я слышала то, что Журбин хотел изначально услышать, но Саша сделал все чуть проще и более понятно. Поэтому тандем талантливых людей сделал свое дело, и мюзикл идет до сих пор, собирает полные залы, мы ездили неоднократно на гастроли. Так что он имеет успех, и вначале у нас даже были толпы поклонников, и это было немножечко неожиданно, потому что, когда работаешь в коммерческом проекте, как «Метро» или «Иствикские ведьмы», там понятно, что существует некий клан, который все время перемещается вместе с коллективом, которые поддерживают, которые рассказывают о нас всем и вся. Но когда маленький театр, и туда врывается толпа, которая тебя ждет у служебного входа просто для того, чтобы пообщаться, ну, это было необычно, но очень приятно. Сейчас тоже поклонники есть, и у этого спектакля есть, и они все время приходят, постоянные зрители, и это очень приятно, потому что это говорит о том, что мы не уходим в какую-то рутину, что спектакль живой до сих пор. И в первую очередь это заслуга актеров, естественно. А расскажите про свою героиню. Блуждающих. Да, блуждающих. Это маленькая девочка, которая родилась в еврейском местечке, где-то в Молдавии, Белоруссии, где-то там. И она в какой-то момент поняла, что она не будет просто еврейской женой, и ей надо немножечко большее. И когда в местечко приехал еврейский театр, и она увидела... То есть, когда она пришла на спектакль, ее мысли материализовались. Она поняла вот то, чем ей действительно нужно заниматься. Она бежит вместе с этим театром в Одессу. И оттуда уже начинается ее похождение уже большой певицы. Она становится звездой. И в какой-то момент возвращается в местечко. В местечке она была влюблена в мальчика, который, в свою очередь, тоже сбежал, тоже сделал карьеру, но они так и не встретились. Вернее, они встретились слишком поздно, когда уже и у нее жизнь сложилась, и его жизнь пообтрепала, и понятно, что они не будут вместе, несмотря на то, что они вместе, потому что любовь вечная. И финал достаточно драматический, когда говоришь, что я тебя люблю, но мы никогда не будем рядом.
вы считаете, они изначально были обречены на то, что вот они не будут вместе, или все-таки это была какая-то их ошибка, что они совершили где-то не тот шаг? Мы часто задаем себе вопрос, мы, я имею в виду, в основном студентов института, что было бы, если бы Ромео и Джульетта все-таки были вместе? Горин попытался ответить на этот вопрос в пьесе «Чума на оба ваши дома», но каждый волен давать свой ответ. И многие приходят к мнению, что если бы Ромео и Джульетта были бы вместе, то они бы очень быстро расстались. Потому что, когда переживаешь такие сильные чувства, то потом, уйдя в бытовую рутину семьи, эти чувства начинают мешать и раздражать. И люди чаще всего расходятся. Поэтому я думаю, что то, что эти герои не соединились, остались лучшими друзьями, это наиболее правильный вариант в их судьбе. И я вообще в последнее время очень люблю это слово «судьба». Вот есть судьба, она ведет тебя по жизни. Вот. У нас есть вопросы в чате. Что в настоящее время считаете самым важным или требующим достижения в первую очередь? Самым важным... Ну, наверное, сейчас самое важное для меня – это малыш. У меня маленький сынок, которому пошел 3-й год. И, наверное, сейчас как раз тот возраст, когда я ему должна уделять, ну, может быть, немного времени, но какие-то основы мамчества, ну, материнство такое глобальное слово, я должна ему отдать. И он должен их получить. Поэтому у меня сейчас на данный момент из глобальных это мой сынушка, естественно, мой муж, которого я очень люблю, актер Линкома. А на втором плане это, конечно, профессиональные достижения. И очень хочу поменять поле деятельности, хочу заняться телевидением. Вот. Ну, очень интересно. Да, причем я к этому иду давно. Была ведущей на канале «Культура», детская передача «Помогите телеку». Вот. И все время присутствую на каких-то ток-шоу, на каких-то разговорах, на каких-то съемках в качестве гостя или в качестве соведущей, соучастницы. И поэтому мне это очень интересно, и хочется уже в это войти, чтобы надеть на себя это. В этом варится. Как вы любите проводить время, если остаетесь одни? Это бывает так редко, потому что я либо на работе, либо дома. Но иногда надо побыть одной. И я для себя такую формулу вывела. И у меня и муж этого придерживается, и очень многие мои друзья. Я еду в центр города, где-то район Чеховской, Арбатской, вот между этими двумя станциями, там достаточно большое расстояние, и я хожу по старым улицам, просто хожу одна, ничего, думаю о чем-то, о своем, о жизни, о профессии, о погоде, но просто хожу, думаю, смотрю, и я очень успокаиваюсь. Потому что некоторые слушают музыку, но музыки и так у меня много в моей жизни, поэтому мне слушать музыку так вот на работе. С кем-то общаться по телефону или с глазу на глаз, да, иногда можно себе и это позволить, но у меня на это крайне мало времени, чтобы с кем-то еще общаться, помимо, опять же, работы. Если я оказываюсь одна дома, это вообще редкие минуты, потому что все время рядышком малышкин или мама, папа. У нас семья большая, поэтому кто-то всегда обязательно рядом. Так что одна я крайне редко бываю, и обычно я ухожу гулять вот куда-то, просто брожу. Я вообще такая бродилка по жизни, поэтому брожу. Это очень полезно и для физического состояния организма, и для мозгов. Мне воздухом подышать. Да. Я предлагаю сейчас тоже послушать музыку. Вот, такой диск нам принесла Юля. Я вот, пока будет звучать музыка, я о нем немножечко расскажу. Там замечательный 7-й трек, по-моему. Ага. Да, 7-й трек. Реально ли это? Да. Это в 2002 году.
Есть такой журнал детский «Клёпа». И в 2002 году создатель Наталья Дубинина, создатель этого журнала, она решила, что почему бы и мне не обзавестись мюзиклом. Позвала талантливейшего, я считаю, одного из самых лучших композиторов Москвы, Бориса Киселёва. И они совместно сделали проект, состоящий из 11 песен. И все эти песни прозвучали в спектакле. К сожалению, спектакль был только один, но он тоже имел определенный вес. Вот, я там сыграла главную роль и, соответственно, спела все эти песни. И вот та песня, которую мы сейчас услышим, она достаточно много раскручивалась в момент выхода спектакля. Она была и на Европе плюс, и еще на каком-то радио, не помню. И на нее хотели снимать клип, и на нее хотели снимать мультфильм. Вот, поэтому она такая достаточно популярная. Ну, в узких кругах, конечно. Яркими цветами.
что с нами. Так, возвращаемся мы к нашему чату. Чем я горжусь? Да, чем вы гордитесь? Горжусь. Наверное, горжусь своими родителями и своей семьей, которая рядом в трудную минуту и минуту радости. Потому что я бы ничего не добилась, никаких успехов, если бы рядом не было семьи. Друзей у меня много. У меня, правда, не всегда бывает время с ними общаться, но у меня друзей много, и у нас достаточно такие тесные компании, дружеские. Мы проводим все время какие-то вечеринки, какие-то выезды, выходы. Самое главное, чтобы хватало времени, а все остальное складывается быстро, весело. У вас много друзей? Да, вот я говорю, друзей много. Песня интересная. Песня интересная. Кто аранжировщик композиции? Аранжировщик композиции Стас Курбацкий. Это мегапрофессиональный человек. Он раньше работал на РЕН-ТВ. Потом я знаю, что он начинал в проекте «We Will Rock You», где он сейчас, к сожалению, я не знаю, потому что пути немножечко разбежались. Но если вдруг, Стасик, ты меня слышишь, то я тебе передаю привет и выходи на связь в «Одноклассники». Вы любите спорт? Да. Когда я училась в Гнесинке, то где-то в классе в шестом у нас физкультура проходила на стадионе «Метеор», недалеко от Гнесинки. И как-то, кидая мячик вдаль, ко мне подошел высокий дядечка и сказал: «Как вас зовут, девочка?» Я говорю: «Юля». «А что?» «А вот я тренер с юношеской сборной олимпийской, и вы мне очень нравитесь. Не хотите ли вы заниматься спортом?» И тут меня грудью закрыл наш физкультурник и сказал: «Она у нас на скрипочке играет, а вот в спорт набирайте из других школ и регионов». Но со спортом я все время вместе, потому что профессия физически достаточно сложная, поэтому в любом случае какой-то вид спорта присутствует. Больше всего я, наверное, тяготею к летним видам спорта, потому что лето люблю, зиму не очень, но из зимних мне нравится фигурное катание. Несмотря на то, что сейчас это популяризируется всеми каналами центральными, нет, коньки я люблю с детства, лыжи я никогда не понимала, лес — это не для меня, я ленивая, мне бы дома с кружкой чая посидеть. Вот. А коньки мне всегда очень нравились, и я всегда представляла себя какой-нибудь Ириной Родниной. Вот я качусь по льду, такая вся в короткой юбке, красивая, сексуальная. Ой, в общем, детские мечты. А в проекте «Иствикские ведьмы» вы снова встретились с Янушей Местоклос и Языковичем. Да, но тут, опять же, злая шутка судьбы. Я должна была к ним прийти еще до премьеры. Меня звали, но у меня, к сожалению, в это время была клёпа. Песню из мюзикла, которую мы сейчас слышали. И так, ну, не срослось. И они выпустили спектакль. Меня привели через месяц после премьеры в проект. И я уже влилась, до сих пор играю. Вначале я была в ансамбле, потом я получила роль маленькой девочки, такой странный персонаж. Кто-то считает, что это автор, кто-то считает, что это родственница Ван Хорна, главного дьявола-искусателя. Вот. Но действительно роль странная, и мне она нравится еще и тем, что я ее сама сделала под себя, ибо перед этим исполнительница, она, у нее роль была все-таки так направлена в сторону танца, гимнастики, то есть она была скорее, как это, о господи, русский язык, трюковой. А я в нее вселила частичку человеческую и думаю, что роль от этого только выиграла. Но это я не хвастаюсь, это так вот люди говорят. Молва. А что вам дала работа с поляками и, наверное, чему вы именно у них научились?
Ой, поляки — это очень высокого полета мастера. Во-первых, я поняла, что такое мюзикл. Потому что нам повезло в том, Януш Юзефович, он очень западный человек, все, что касается театра. Но при всем при этом он поляк, он наш, славянский. И он умел американские термины, американские какие-то истины нам говорить с нашим языком и подавать через какие-то наши вещи, понятные нам. Поэтому мы в этот материал влились достаточно легко, интересно и в метро, и в Иствик. И я думаю, что нам как раз в этом отношении очень повезло. Я поняла, что такое вокал, что такое эстрадный вокал. В первый раз с этим столкнулась и сейчас делаю какие-то шаги к успеху. Я поняла, что такое танец. Я поняла, что такое мюзикл вообще, что есть жанр. Потому что, естественно, в институте, хоть мы и считались курсом мюзикла, но как таковой мюзикл мы сыграли только один, это трехгрошовую оперу, а все остальное было направлено на драму. Мы и музыкальным театром стали заниматься только на последнем курсе, а все остальное мы играли драматические спектакли, отрывки, то есть нас готовили как хороших профессиональных драматических актеров. Поэтому Януш дал в первую очередь основу профессии, а Януш Стоклоса дал понимание музыки и очень много мелких каких-то вещей профессиональных, которых я бы, наверное, не узнала и не услышала нигде. У нас есть вопрос. Первое слово, которое сказал ваш сын? Сказал. Первое слово сказал. Это, ну, естественно, мама. Но, правда, он мама говорил всем, кто к нему подходил. Вот все, кто хорошие, все, кто свои, все мама. Папа он до сих пор периодически называет мама или папа. Папа звучит только, когда его нет или когда ему очень нужно, чтобы тот обратил на него внимание. Вот. Ну, вот, видимо, да, видимо, это первое слово. А из таких из осознанных слов он сказал первое слово «дым». И вот у него дым. Кто-то курил, наверное, да? Нет, напротив баня на даче. И там из трубы шел такой дым. И на него это, видимо, произвело большое впечатление. Больше, чем папа или мама. У вас были кумиры? Да. Да. Я никогда не была фанаткой в том понимании, которое мы знаем. Кумиры я очень до сих пор люблю Джина Келли и пересматриваю фильмы с его участием. Ну, наверное, из таких из действительно знаковых людей. Вот он один. Потому что любимых актеров, любимых режиссеров у меня очень много. И это долгий список перечислять. Очень люблю Баха. И считаю, что его музыка — это мое «я». Потому что всегда у Баха заканчиваются минорные произведения мажором. И то же самое из любой трудной ситуации. Я знаю, что можно найти положительный выход. И если даже он не светит, то его нужно нарисовать. Угу. Я сейчас предлагаю немножко вернуться к «Блуждающим звездам». Угу. Все-таки там очень красивая мелодия. И если принесли минус, то исполните ее, наверное. Да, можно. Сейчас мы что-нибудь посмотрим. Мне очень нравится «Вместе в море». Нет, это дуэт, поэтому это я даже не смогу спеть. А вот здесь шестой трек можно посмотреть. Там очень много музыки. Если вы в Москве, приходите, посмотрите. Я сейчас к зрителям. Находимся мы на Варшавке 71. Помимо нашего мюзикла, там еще много спектаклей. Мы, правда, сейчас... Шестой. Да, мы, правда, сейчас уедем на месяц в Израиль на елки. Кому говорю, все очень хохочут. Ну да, вот мы поедем в Израиль играть елки. Им тоже нужны московские елки. А чем они хуже? Так, ну, тогда я запускаю шестой трек. Да. Я буду тут немножко отстраивать микрофон. Так. Ну, надеюсь, у нас получится все. Да. Ну, я так напою. Полный голос, это вряд ли получится.
Если погромче. Не, нормально. Голонеш ты, есть такая речка. Голонеш ты, а над ней местечко. Голонеш ты, Голонеш ты, три горбатых улицы, по которым ходят вовсе и гуляют курицы. И все же, все же, все же вздыхаем неспроста. Нас гложет, ох, как гложет по прошлому тоска, по тем, кого любили местечки у реки, где счастливы мы были несчастьем вопреки. Голонеш ты, Голонеш ты, нет местечка хуже. Голонеш ты, Голонеш ты, нищета и лужи. Голонеш ты, Голонеш ты, крыши закопченные, евреи от несчастья, словно негры черные. И все же, все же, все же вздыхаем неспроста. Нас гложет, ой, как гложет по родине тоска, по тем, кого любили в местечке у реки, где счастливы мы были несчастьем вопреки. Это уже второй акт, это когда она уже стала большой убийцей. Да, я думаю, да, потому что там уже идет хор. Хор поет хорошо. Ну и я как-то так тоже сверху. Отлично, браво. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про свои пристрастия в музыке. Что слушаете дома? Ну, да, я поняла. В последнее время джаз. Вот после метро это джаз, потому что до этого я просто, наверное, не понимала эту музыку. А там мне сделали прививку, и я поняла, что, наверное, нет каких-то правил, чтобы эту музыку воспринимать и понимать. Надо просто открыть сердце, очистить душу, и музыка сама польется внутрь, и ты будешь от нее получать такое же удовольствие, как от хорошей прогулки по свежему воздуху, как от замечательного кино или от вкусной еды. Поэтому в последнее время это джаз, это в машине радио джаз. Дома это какие-то диски, которые загружены в музыкальный центр, что-то в телефоне все время. А еще тут сказали, что ребенку тоже полезно ставить джаз, и это началось еще с беременности, поэтому он все время присутствует в моей жизни. Но больше старый джаз, такой классический, в общем, современный джаз я не очень воспринимаю. Он, наверное, сложноват. Может, я до него просто еще не доросла. А так, из классики очень люблю Брамса, Баха, Рахманинова. Рахманинова очень много пела в институте. Ну вот, наверное, все. Из эстрады современной, ну, я стараюсь ее не слушать. Не потому, что это плохо или хорошо, но это просто не мое. А литература? Очень люблю Достоевского и читаю его запоем. И началось это еще со школы. Очень люблю Булгакова. Из зарубежной литературы, ну, так, наверное, Шекспир. Очень люблю Чехова.
Гоголя. Ну так, ну, наверное. А все остальное читаю, потому что нужно читать. Это либо касается работы, либо это касается каких-то вещей, о которых просто нужно знать. А как вы относитесь к театральным экспериментам? Прекрасно. Это нужно делать, потому что если не производить какие-то эксперименты, театр будет стоять на месте и не будет развиваться. А какой у вас был самый невероятный эксперимент? Ну, я думаю, что все постановки, в которых я участвую, так или иначе носят какой-то экспериментальный характер. А самый, наверное, самое сильное экспериментаторство было в институте. Я на третьем курсе, мы делали очень много, у нас экзамен был, состоящий из отрывков. И я переиграла всех старушек русской и зарубежной драматургии. У меня в одном показе была Кабаниха, у меня была мамаша в ревизоре, у меня была тетка из «Чудной бабы» Нины Садур, у меня должна была быть Раневская из «Вишневого сада», и еще какая-то бабушка была. И было «Прощание с матерой», была Настена, столетняя бабулька. Причем, когда мы брались за эти роли, педагоги, надо отдать им должное, они нас не останавливали. Но получалось так, что эти роли нам под силу, несмотря на юный возраст и отсутствие какого-либо театрального опыта. Но это было очень интересно. Я тогда уже понимала, что, конечно, при выходе из института мне никто не даст играть Кабаниху с моей внешностью. Зайчики, все, что мне обеспечено в этой жизни. Вот. А поэтому, наверное, я бросалась в эти роли с удовольствием и с увлечением. И это был самый большой эксперимент в моей жизни. И он до сих пор мне помогает. Потому что я не боюсь браться ни за какие роли. То есть все, что мне предлагают, я в первую очередь говорю: да, я это могу. И уже потом я стараюсь вот эту преграду как-то переделать так, чтобы она мне была по размеру. А какая ваша любимая роль? Из несыгранного? Из сыгранного, из несыгранного. Я не могу сказать, что у меня есть любимая роль из сыгранного, потому что все, что я делаю, это я делаю с большим азартом, увлечением, и поэтому... Ну, я не могу так что-то выделить особенное. Не знаю. А из несыгранного, конечно, очень хотелось сыграть Джульетту, но больше всего хочется сыграть человечка с его переживаниями, с какой-то интересной судьбой, с интересной историей, который сталкивается с интересными людьми. И, видимо, такой роли пока у меня не было. А может быть, и была, но я просто не обратила на нее именно такого внимания, пристального. Так, у нас вот есть еще вопрос. Как вы относитесь к проектам «Фабрика звезд. Народный артист»? Очень хорошо. Единственное, мне обидно за этих малышей, которые выпускаются после этих проектов, потому что они нахватались звездной пыли, но еще не знают, что это такое. То есть 3 месяца на фабрике или в народном артисте все-таки это не школа. Человек должен пройти много лет, прежде чем иметь наглость и иметь какие-то основания выходить на площадку и что-то нести со сцены. Они пока не могут что-то нести со сцены, у них просто не о чем пока говорить. Они еще малыши. Но, с другой стороны, вот, например, последняя фабрика, там очень много хороших педагогов, которые к ним приходят, актеры, певцы, которые делятся, это замечательно. Я бы сама с удовольствием отправилась на фабрику или поступила еще раз в театральный вуз, потому что я уже сейчас, я понимаю, что от нас требовали педагоги. Сейчас, конечно, все бы это было немножечко по-другому. Ваш любимый фильм? Ну, их тоже много. Ну, так сказать, любимый фильм. Ну, их много. Я очень люблю Феллини. Я с ним успокаиваюсь. Я очень люблю Мазину. Но, наверное, «Джульетта и духи».
Наверное, «Ночь Кабирии». А так, я очень люблю французские комедии. Очень люблю английские комедии. Очень люблю азиатское кино. И японское, и китайское, и корейское. Сейчас они набирают силу. Тут недавно посмотрела замечательный израильский фильм. Очень смешной, в то же время такой трогательный. Я люблю кино незатейливое, но после которого я еще долго нахожусь под впечатлением и долго думаю о том, что я сейчас посмотрела и какое отношение это имеет ко мне в первую очередь. И мне кажется, что, например, в большинстве своем американское кино все-таки несет такой какой-то эффект шоу. Я это не приемлю. Европейское кино для меня более думающее. Ну, да. Поэтому скорее, я обращаю внимание скорее вот на европейское, на азиатское, иногда на наше, но не на все. Ну, я критикесса такая жуткая. Не планируете ли вы написать пьесу и поставить свой спектакль? Свой спектакль я планирую поставить, если все сложится, а для этого должно очень многое сложиться. А свою пьесу периодически пишу. Раньше писала стихи, потом они были очень черные, а потом я написала очень светлое стихотворение, и после этого перестала писать стихи. Видимо, какой-то этап в жизни закончился. Потом я начала писать рассказы, очень черные рассказы. Потом я написала светлый рассказ, и опять же писать рассказы я закончила. И потом я стала пытаться писать пьесы. Сценарий написала несколько, у меня 3 сценария лежит. Но, во-первых, я не считаю, что я хорошая писательница, а все-таки, чтобы написать хороший сценарий или пьесу, нужно быть драматургом. Причем не обязательно учиться по этой профессии, но нужно чувствовать слог, и нужно чувствовать, как пьеса, какое пьеса имеет развитие, в каком месте нужна кульминация, в каком месте с героями должно что-то произойти, чем все это должно закончиться. То есть, когда режиссер или актер возьмет эту пьесу в руки и прочтет ее, и он скажет: «О, да, это то, что я искал, вот только это». Я не считаю, что я такая хорошая прям писака. Поэтому все, что я пишу, это все остается пока дома, в стенах, хотя муж периодически на это поглядывает, на что-то обращает внимание, на что-то нет. Ну, а свой спектакль очень хочется поставить, потому что много идей, много мыслей, причем хочется именно как и режиссеру это сделать, и актрисе. Но это трудно соединять, потому что все-таки должен кто-то, кто будет сидеть в зале и отслеживать, корректировать. Поэтому скорее всего, это будет режиссер, а я буду соучастником в данном предприятии. Вот, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Вот. Да, так всегда оно и бывает. Дорогие друзья, прощаемся с вами ровно на одну неделю. На одну неделю и один день. 9 декабря в 9 вечера в эфире снова будет программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэли. В гостях у меня будут солисты Большого театра Ирина Долженко и Вадим Тихонов. Сегодня на студии была актриса театра «Шалом» Юлия Лобанова. Вот, всем пока! Пока!